Казахстанцы стали чаще покупать сигареты. Объем продаж за прошлый год вырос почти на 70%. Исследование Energy Prom показало, с января по ноябрь продали более 29 миллиардов сигарет и папирос. Производить их тоже стали больше на 4%. Точные причины такого роста пока неизвестны, но специалисты связывают тренд с предстоящим введением запрета на вейпы. Напомню, запрет на ввоз, производство и продажу этих курительных устройств одобрили в Мажилисе. Сейчас поправки должны рассмотреть в Сенате, а затем отправить на подпись президенту. Когда запрет случится, тогда табачные компании однозначно выиграют в этой ситуации. Почему? Потому что пользователи, которые употребляют никотин, не могут отказаться от него единомоментно. Соответственно, перейдут на другие виды табачных изделий.